Думаете, что это Сергей Иванович Улов. Такого вот поймал сегодня с утра тунца. Вот он мой добытчик. Вон идет добытчик наш. Да, красавчик. Такие маленькие рыбки, не знаем, что с ним сделать. Либо поджарить, либо барабулька. А что это такое? А это тоже тунец, что ли, такой маленький? Нет, это не тунец. А что это? Там есть и тунцы мелкие, вот туна лежит. А есть не тунцы, но из разряда тунцов. Можно засолить что-то? Из разряда тунцов. Вот это все можно засолить, потому что они очень мягкие, очень нежные. Но я думаю, что лучше все на гриль. Конечно. Атомиц, конечно, новая модель. Утро поймали, к вечеру зажарили. Как шипит. Загрилили. Почему половину я тоже засолила, загрилился? Не показала вам, пока засолка занималась. Что-то у нас сегодня такой денек, что-то мы на домашнем режиме. Бывает же такое. Красная засолочка, естественно, очищенная полностью рыбы. Я предпочитаю всегда голову оставлять, рассовку с ней получается. Уже запахло, я засолила 2,5 часа назад. Ой, как вкусно пахнет. Лакруху. Поел сейчас просто с айраном ее и вот, ну, без мяса. Но завтра хочу еще купить язык, отварить быстренько и добавить. Сосич. Даже без сосича. И все сразу. И чаек, и кофеек. Хорошие, давно обещали. Доброе утро начинается с хорошего, плотненького завтрака. Из пени. Детства, из пени. У нас поющий официант. Туристов, кстати, поприбавилось. Едут на конях, на коврах, самолетах, но едут. Подробности, кстати, все и всегда вы можете узнать на страничке Алания Пензер. Можете писать в директ, задавать вопросы, вам ответит на самое интересное. Миленько, прям в кафе растут такие помидорки черри. Зелененькие еще. А еще арбуз здесь растет, сейчас вам покажу. И какой... А, вот арбузики маленькие, да, это же арбузики. Капусточка. Ну, все милота. Прелесть. Угостили мороженым и дали веерочек. Вообще класс. Очень жарко. Очень. Самозанятый, когда заплатит налог с 2400, в пенсионный фонд у него не будет никаких отчислений. Он это может сделать самостоятельно. Добровольно. За дополнительные деньги. Если он хочет, чтобы у него начислялись Е-баллы. Угу. Если хочет, чтобы баллы были, должен зарегистрироваться и заплатить. Тогда получит каждый гражданин по ебалу. Если он этого не сделает...